Год молодежи в Ульяновской области стартует в 2020 году. Глава региона подписал документ, где говорится, что каждому молодому специалисту в течение тематического года будет оказано больше мер поддержки, предоставлено больше возможностей для реализации своих проектов. Интересная папка с дербом в Ульяновской области. Здесь вот находится уникальный документ, который прямо завтра у всех чиновников Ульяновской области вызовет трепет и уважение, потому что здесь мало того, что герб региона находится, ну и само распоряжение об объявлении 2020 года в Ульяновской области года молодежи. Во время встречи ребята обсудили приоритетные проекты различных молодежных некоммерческих организаций для включения их в план проведения года молодежи. Мы знаем, что 2020 год на территории региона будет объявлен именно молодежью. И сегодня мы будем обсуждать все те основные моменты, как мы можем объединить все наши усилия для того, чтобы именно в год молодежи мы могли стрельнуть общей такой молодежной командой региона в общую цель и трубить везде о том, какая молодежь в Ульяновской области действительно талантливая, какая она творческая. Главное, по словам молодых и инициативных, нужно кооперироваться всем молодежным организациям, делиться опытом друг с другом. Но самое главное – выработать единую стратегию развития молодежной политики, особо уделив внимание молодым специалистам. Нам не хватает корпоративной культуры. Я вот от себя говорю как молодой врач, как врач-ординатор, офтальмолог, о том, что, к сожалению, наша отрасль немного разобщена. И для этого сейчас стартует крупная программа по работе именно с молодыми специалистами. Отраслевой подход. Три ведущих отрасли на данный момент – это Министерство образования, Министерство здравоохранения Ульяновской области и развитие сельских территорий. Итогом мероприятия стал своеобразный стенд из памятных тарелок. Ребята определили для себя приоритетные проекты, которые они хотят развивать сообща, и оформили из расписанной посуды своеобразную инсталляцию как памятку на дальнейшую работу по году молодежи. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.